Привет всем! Сегодня хочу показать вам, как изменить работу кнопок. По умолчанию в Toyota Camry, американка, при открытии с ключа и нажатии один раз открывает только водительскую дверь. Если нажать два раза, то открываются остальные двери. Но мы можем изменить этот режим. Для этого нам нужно зайти в меню магнитолы. Открываем замок зажигания. На магнитоле нажимаем кнопку Setup. Заходим в раздел Vehicle. Там есть Remote to Press Unlock. Нажимаем и выбираем Off. Сохраняем. И все. Теперь, если мы закроем автомобиль, вот мы закрыли автомобиль, все двери закрыты, нажимаем один раз и открылись сразу все двери.